На сегодняшний день криптовалюты и технология блокчейн широко используются в различных направлениях деятельности. Безопасность этих технологий имеет важное значение. CoinIdle сообщает, что за последние пару недель 400 тысяч долларов оказались в руках хакеров. Например, 973 эфира были украдены у одного из пользователей Jax, у которого было корневое устройство. Это значит, что хакер может получить доступ к файлам, загружать приложения, восстанавливать секретный ключ и так далее. Технический директор Jax Нил Ангвяз заявляет, что по их вине подобных проблем с потерей средств никогда не возникало. Он добавляет, что если содержать кошельки на нескольких уровнях безопасности, у пользователей не возникнет проблем.